Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Дениска, поздоровайся с своими друзьями! Привет-привет! Сегодня мы продолжаем серию игр по методике Монтессори. И у нас сегодня сортировка деревянных шариков. Они, видите, разных цветов, имеют круглую форму и их разное количество. От одного, шарик белого цвета, до 5, шарик красного цвета. Еще у нас 4 шарика желтого цвета, 3 шарика зеленого цвета и 2 шарика синего. Динечка, давай разберем нашу пирамидку и попробуем сложить шарики. Давай. Давай, я тебе помогу чуть-чуть. Вот у нас с тобой один белый. Оп. Смотри, чтобы не укатились. 2 синих. 3 зеленых. Давай, помогай разбирать правильно. Желтых 4. Оп. Ничего страшного, у нас ничего не укатилось. Так. Как вы видите, у нас пронумерованы наши штифты, на которые мы вешаем шарики. Денис, давай начнем с одного шарика. Один шарик у нас белого цвета. Значит, куда его надо одеть? Давай, одевай его на цифру 1. Все правильно. Молодец. Два шарика у нас синего цвета. Денюшечка, к 5 мы подойдем попозже. Ну, давай оденем 5 красных шаров на последний штифт. Один шар красного цвета. Супер. Мама, вот это второй шар красного цвета. Одеваем, давай, старайся. Ничего страшного, иногда это шары улетают. Одеваем второй шар красного цвета. Давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Ага, супер. Опускаем. Так, у нас какой шар идет по счету? Какой шар, Дениска, по счету? Ну давай, пробуй. Это шар номер 3 красного цвета. Давай, мама тебе поможет. У нас должно получиться 5 красных шаров, Денюшечка. Давай. Так, мама поможет тебе? Чуть-чуть. Это же сложная процедура очень. Так, это 4-й шар по счету красного цвета. А сколько у нас всего день красных шариков? Сколько красных? Одевай последний. И сколько получилось красных шаров? Один. Как один? Давай посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4. И сколько в итоге? 5. Так. Теперь зеленые шары будем одевать, которых у нас 3 штуки. Динечка, у нас 3 зеленых шара. Куда их надо? Красные. Куда надо одеть зеленый? Вот, раз. На тот же штифтик надо одеть еще 2 зеленых шара. 2. И третий, давай, третий. Нет, не сюда. Где у тебя зеленые шары? Ну давай, одевай. Давай, одевай зеленый шар к своим друзьям. Так, теперь одеваем 4 желтых шара. Куда? Вот сюда. Мама сейчас поможет тебе. Да. Сколько у нас желтых шаров? 2. Как 2? Нет, это сейчас 2. А всего у нас какая здесь циферка? Нет, какая здесь цифра? Нет, опять не угадал. Какая здесь цифра? Динь, какая это циферка вот здесь? 4. У нас 4 желтых шара, а здесь 5. Давай еще 2 желтых оденем, чтобы у нас их стало 4. Желтые шары. Все у нас фигурки круглые. Так, ну, давай заключительный 4-й желтый шар. Ну, практически мы его одели. Так, у нас 1 белый. Куда его надо? Давай, одевай. А ты так не попадешь, Динька, если ты будешь стучать.
Надо прицелиться хорошенечко и нанизать его. Туда. Давай, пробуй. Пробуй. Или мама поможет тебе. Давай, пробуй. Так. Давай. И последние два шара у нас синего цвета. Где должны находиться, Дениска? Давай, два шара вот туда. Все верно. Давай, одевай. Да. Давай, пробуй. Пробуй сам. Ручками, давай. У тебя там дырочка есть? Дырочку нашти. Мама поможет. Так, и еще последний заключительный шар. Так, давай. Вот вы вместе собрали. Дениска, у нас получился один белый шар, два синих. Сколько зеленых? Как? А так один. А так, а тут еще сколько осталось? А сколько здесь еще осталось шаров? Еще два. И в сумме после двух какая циферка идет? Молодец. После двух какая идет циферка? А после двух идет цифра. Цифра три. А после трех какая идет цифра? Как пять? Нет. Три, четыре. А потом? Пять. Ну вот, примерно таким путем можно постепенно выучить циферки, цвета и формы различных геометрических фигур. Ну а с вами был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока, ребята! Попрощайся со своими друзьями. Пока, скажи. Пока.